Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Барон, и думаю, все уже заметили, что я в обычной гражданской форме. Да, меня уволили из РМ, я не по СЖ уволился, я не ходил там на стрелу. Не знаю почему, просто я не знаю, не захотел что ли, и купил себе вот этот вот дом. Вот, это C-класс, сейчас, селхаус, блин, елки-палки. Селхаус, хотя давайте его не будем продавать, потому что потом... Я вообще сейчас хочу поработать немного дальнобойщиком, то есть устроиться, а дома у меня будет как, ну, скутер, чтобы там спавнился, а не с АВЛВ бегать, как обычно. Я постоянно бегал с АВЛВ, когда, ну, не был в фракции, там, ДРМ, я говорю. Меня вот, кстати, во фракциях, в армии там, я не знаю, не держат долго. В ПД тоже, ну, не особо я там долго, сколько, с неделю где-нибудь. И вообще во всех вот этих фракциях, потому что как, я уже во всех был, кроме ФБР, конечно, а тут, думаю, тоже выгонят. Потому что я там тупо не усижусь. Мне что-то там заходится сделать, это, а там первый ранг, то есть тупо стоит где-то, что-то ездит, там катается, ищет преступников. Ну, ФБР там очень интересно, конечно, да. Еще очень хотел устроиться, кстати, в мэрию, давайте посмотрим в охрану там, с какого левела. Вот, в охрану очень тоже охота стать начальником охраны, потом может замом мэра даже. Ну да, хер там, тут нет никого. Так, сейчас дир. Лидеры, русская мафия. О, ЛКН, ух ты, ЛКН лидер. Здорово. 48. 43-й левел, ух ты, елки-палки. Ничего себе. Да. Примешь. Ладно, пофиг. Примешь к себе. Устроимся пока устроиться. На работу дальнобойщиком. Ну, будем, что, если не примет, то будем дальнобоить. В принципе, этот Дмитрий всегда у ФК стоит. Я был с ним на пинболе. Он там тупо у ФК стоял. Как бы он отходит, как бы сам Escape не нажимает, он как бы и играет, и АФК. Вот так вот. Его за капом, в общем, нет. Но вообще в ЛКН мне бы хотелось устроиться, потому что у меня был аккаунт, сейчас, может, даже вспомню. Мэнди Нильсон, на нем был бан. Как бы там за слив материалов, что ли, у ЛКН. Вот, и там был 6-й ранг, сливал, потом офнулся, мне херак бан в офбане дали. Ну, офак, что ли, у меня был. Я ушел там на 3 часа где-нибудь. Захожу, хоп, у меня бан. Нормально, кстати. Потом у меня дом, правда, слетел. В Террабада. За 2,3, по-моему, по госцене, в общем, слетел дом. Я там на месяц платил. Вот. И после того, как дом у меня слетел, ну, мне деньги вернули, все. У меня там было, по-моему, 7 миллионов. Машина булка, что ли? Не знаю, в общем, не булка, какая-то у меня фигня была N-класса. В общем, как, я был там 6-м рангом. Потом, что, как получилось. Захотел уволиться, перейти на другой сервер, то есть на 9-й, или нет, на 8-й, что ли. Не помню. В общем, захотел перейти, уволился, перешел, купил себе дом, машину и аккаунт, в общем, впустую, так сказать, просрал. Вот. Так, еще раз мы флужанем тут. Примешь к себе, нет? Ты, если он меня не примет, какой толк мне вообще что-то сейчас делать? Я по-прежнему ловлю дома, просто надоело уже действительно ловить дома. Дома не слетают, ночью ловишь. Вот сейчас вот ночь, сейчас 3:30 утра. Вот. Потом днем спишь, ночью встаешь, опять дома ловишь. А ночью они не слетают, а днем большой онлайн. То есть хоть и 300, хоть и 500, но все равно это приличный онлайн уже. Вот. То есть это как бы вот так вот все идет. Онлайн достаточно велик на сервере. И онлайн не онлайн. Онлайн это без разницы, хоть там 1000 будет. Но сама суть, что дома ловят очень много человек. То есть человек там 6 бывало на горе стоят. То есть ждут пайдеи, ловят дома. То есть смотришь такой, думаешь, елки-палки. Ты тут шанс поймать дом 1 к 1000. Реально. Я помню, уже практически к дому подъехал. N-класс. 200к гос. Чувак на инфе подъезжает, опа, и купил, он сразу прям купил, то есть он хаус-чекером, что ли, я не знаю, вот, на инфе подъехал, хоп, ну, подбежал, все купил, я его сбил на автомобиле, а он успел байхаус прописать,
Ой, все. Получается, такие вот дела и реальные там. Начал матом писать, мне дали баче на 200 минут. Вот. Как будто прям админ следил за этим домом. Как-то вот так вот все было. То есть я посмотрел, думаю, ну как бы все нормально, ничего. А потом админ-то пешит сразу ко мне прям. Я думаю, ох, елки-палки, себя в Деморган посадят или кикнут. Ну, за мат как бы там кикают. Или в Деморган сразу сажают. Так вот. Ну, он меня ничего не посадил, ну, ничего, просто баче дал и улетел. Просто летает по всему гетто, и если видит дом, он сам его как будто ловит. Вот такое ощущение, что реально сам дома ловит. Там нету народу, да, рядом он. Хоп, купит, опа, офнится, и все. И, а дом не видно, кто поймал, и такие вот дела. А действительно, если начинать с горы ловить, да, или вот от спауна второго левела, там, то есть, два места, где хорошо слетают дома. И вообще, я начинаю ловить от спауна второго левела, там на горе слетает. Начинаю с горы, и тут слетает. То есть, как-то так. Вообще, закон подлости, так сказать. Такие вот пироги, так сказать. Вот вообще, капец. Вот. Вот отсюда вот ловишь. Опа, там слетает. Потом едешь, и нет ничего. Вообще, не знаю уже, где ловить. Ну так особо ничего не жалуюсь, у меня сейчас 1 180 000, что ли. Ну, думаю, вообще хватает мне. То есть еще накопить нужно 200-300, купить дом, мне хватит еще там на пассаже. Пассаже все хочу, чтобы потом как бы дома проще ловить, да и просто покататься. Вот. Ну, там я, конечно, бомжом останусь, вообще конченным бомжом. О, даже не знаю сейчас вообще, что поделать. Давайте, наверное, съездим, купим скин новый, да. Не знаю. Я как бы тут нигер, да. Вот. И куплю, наверное, тоже либо нигера, либо еще какого-нибудь. Не знаю, в общем, этот скин я сейчас заменю на более такой другой. Ребят, я, наверное, сейчас куплю скин. Я вот сейчас подумал, да. То есть у меня был первый мой аккаунт, ник был, насколько я помню, Серега Братан на 4-м сервере. Вот, там 8-й левел сейчас, он еще есть. Спустя 3 года этот аккаунт есть. Я на нем играл, когда у меня был бан. Там скин за 50 кс, скиллов вообще нет. Ну как, я начинал играть, да? А вообще, как происходило? Я играл в Майнкрафт. Просто там построил дом, строил какое-то, не знаю, большое такое здание, там все обкладывал, и вдруг, ну, сидел с тремя пацанами там. Они сейчас, кто играет, кто нет. Вот. И я сидел в скайпе, и получилось, что они как бы говорили, типа, о, вообще, типа, тут можно в группировку вступить. Это я вообще, ну, поначалу подумал, типа, это там какая-нибудь такая супер игруха, сделали, там графу поменяли, все сменили полностью. Оказалось, нет. То есть оказалось как? Я захожу, спавнюсь. И, короче, все в скайпе сидим втроем там. Они говорят, типа, один там друг достиг второго левела, все, он теперь таксист. И он нас возил, короче. Нас кикало. Мы работали на фермах, мы вступали в банды, ну. А потом у меня был как дом у меня был Б-класса, то есть около Якудза. Я играл как-то в Майнкрафт, мне там помогли. Я генератор алмазов сделал чуваку, а он мне 3 ляма дал. Короче, такие вот дела. А вообще все так начиналось. То есть сейчас вот я играю, да, мне реально, мне не больно интересно играть. Ну, что прям так прям, ни хрена, типа там что-то увидел, такое, круто вообще. А сейчас я спокойнее, потому что уже играю более 3 лет, и все вообще о сампе, все практически знаю. А что не знаю, другие знают, подсказывают. Не знаю, так, давайте купим тот скин, который у меня был вот этот вот нигер. Нигером быть. Оу, нормально. Так. Сколько у меня сейчас денег осталось? Я не знаю, сколько у меня денег осталось. У меня осталось 147 тысяч. 1 миллион 147. Нормально. Так, плюс там дом за 1 кк. Все хорошо. Давайте еще раз, кстати, флужанем этому чуваку. Может, у меня примет на 5-й ранг хотя бы. Ну, как и в РМ, не знаю там. Просто зарабатывать мне так понравилось. Во-первых, катаешься. Во-вторых, ни хера не делаешь, и тебе сюда... дом! А, блин, это 2 кк. В общем, катаешься, ни хрена не делаешь, тебе за это еще и деньги платят. Вообще все супер. Так вот, история моего первого аккаунта вообще, как происходило. То есть, когда я достиг второго левела, я пошел, как и те друзья все, пошли мы в таксисты.
Как бы кто-то в автобусник, кто-то в таксисты, я в таксисты пошел. Работал, то есть работал, просил на тебя, не знал команду фары даже. То есть я как, я работал и не знаю фары, и все говорят, типа, пиши фары, пиши фары. А я думаю, что такое фары? Часто попадался на команду вот на эту вот, на Q, то есть выход из игры. Говорили, типа, хочешь 10 кк, нажми на Q, вот так вот, ну, впиши, я писал, вылетала игра, я реально, и не один раз так попадался. Потом покупал дом, продавал дом на 50 кк дороже всего, а мог его за миллион продать, на миллион дороже. Это вообще, это просто так круто было, просто очень интересно все было. Сейчас же, то есть, ну как, ну могу, да, вступить там в банду в какую-нибудь, затащить 5 тех спокойно, вообще убить там всех, кто на меня покушается, так сказать. Но как бы большого кайфа мне это не прибавит. Поэтому я и хочу сейчас, вот, ну, 10 левел будет, вступить в ПД. Не хотел, оказывается, сейчас-то в армию тут, с армии. Это капец просто. Вот. И как бы после того, что у меня было там, я не знаю, скиллов не было. Ну как, я там стрелял, просто стоял, стрелял. Я не знал, что как их качать, я не знал ничего вообще. Вообще не знаю. Потом тот аккаунт я забросил. Не знаю, почему забросил. Сейчас, да, не знаю. Потом создал аккаунт Серега Джонас с двумя N. Там он сейчас тоже в игре, то есть он не удален. Но он взломан. Серега Джонас. Он взломан полностью. Почему? Взломан, потому что, ну, там был 16 левел, я получил варн, и мне в третьем или четвертом левеле дали варн случайно, Константин Глотов. Вот, он мне дал, потом он мне его снял, типа дал по ошибке. У меня было два варна, я как бы испугался, думаю, елки-палки, варн, это ж капец. Это сейчас варн получить для меня, как, не знаю, как нехер делать. Ну, получил и получил, что подумаешь, месяцок поиграешь там дальнобойщиком. Кстати, там лучше, кстати, получать бан, чем варн, потому что бан в вашей статистике персонажа не остается, а варн остается. То есть потом после бана вы сможете на лиды встать на любые. У вас не будет ничего, как будто не было ни бана, ничего. Вот. И, короче, как получилось. Так. А, ну да, 16 левел, два варна было. Я думаю, эх ты, елки-палки, ну что, типа я никуда не смогу вступить, все это. У меня был там дом был за. За 1,5 что ли, машина саванна была тюнингованная. Я, короче, его решил продать. А продал я его, ну, фейк-гарант там был. Я тоже, я еще нубом был, как бы не знал ни о продаже аккаунтов, ничего. Да и сейчас это не особо знаю, как продавать. Я просто не продаю аккаунты, нахер это нужно. Начинается так, что как бы написал там на читмастере тему. Типа про дамаг, вся херня. Пишет мне в скайп, типа, у меня с гарантом все, и гарант этот фейковый, ну, его друг, он говорит, типа, все пришло, да, я ему отдаю аккаунт, у меня это не пароль, и все, типа, пока. Дал еще там дом ему, этому чуваку там слил дом. А, нет, стоп, у меня не саванна была. У меня был этот, сейчас скажу, буффало у меня было, буффало. А реально, вот сейчас уж 16 левел я там был. Честно, вот сейчас вот размышляю, если бы я играл на одном и том же аккаунте, у меня бы сейчас левел 50-й, 60-й был точно. Потому что я до того был задротом, то есть как я мог в день сидеть по 17 часов в сампе и вообще не выходя. Играть спокойно, качать. Нормально, я вот тот ак до 16 левела качнул за месяца два, что ли, 2,5. И ничего, нормально, все качнул, без проблем. Потом просрал его, потом еще один качнул до 12-го. Тоже там бан получил. У меня вообще сейчас куча аккаунтов, я не знаю, что делать с ними. 50-й левел, и 12-й, и какие удалили, то есть у меня и випы были. Ну, випы я как сам не донатил, как мы с другом договаривались, типа он мне донатит, дает донат коды, мне приходит там миллион и вип. То есть все, я вип. А я ему отдаю вот этот миллион и еще сверху 500 тысяч. Все, то есть мне только вип нужен был, потому что деньгами я никогда вот так бомжом, так сказать, не был. Ну, это раньше, сейчас, конечно, все это. Я же могу там устроиться опять в СТО, накрутить себе там, не знаю, 8-6 миллионов там. Купить себе султан там, купить себе туризм, вот, туризма, дом на Винвуде, там, А-класса какого-нибудь. Ну реально, мне неохота сейчас ничего этого делать, просто. Это, во-первых, долго, а во-вторых, у меня нет человека, который на машине, чтобы с ним работать так. Вот. Да и в СТО как-то устраиваться мне сейчас неохота вообще. Толку от этого мало. Тупо работать каждый день, там стоять вот так туда-обратно, туда-сюда, туда-сюда, вот так вот. Впускать и выпускать чувака. Ну, это я не знаю, и другу надоест, допустим, и тебе тоже как бы
долго не поработаешь, хоть и в час там заработать можно 250 тысяч, даже если 50 тысяч ты ему будешь платить, он все равно как бы скажет, да ну, там, серый, ты задолбал меня, давай, слушай, там, я поеду на работу на свою, там, допустим, таксистом там каким-нибудь или дальнобойщиком, которым там по 100 тысяч зарабатывает, а ты давай как-нибудь сам, все оставить спокойно. Ну, это смотри, конечно, как, но в основном, мы вот с другом, когда вот снимали летсплей, вообще, как мне пришла идея в голову, ну, заснять это все, я не знаю, я просто сидели мы в скайпе, да, и получилось как. Сидим, а я в СТО работаю. Ну, я как бы смотрю, типа, выпускаю, там, 1000 дают за выпуск. Я думаю, слушай, ну, заработали первые, там, 100 тысяч, 200 тысяч. А потом говорю, слушай, братан, а давай летсплей заснимем? Он такой, давай, чё, снимем. Вот, нормально все, короче. Всем привет, дорогие друзья, там, все сняли, то есть нормально. Я вообще, я не ожидал то, что мне это видео, ну, там, вот сейчас просмотры идут, да, уже 33 тысячи, и все поднимаются, то есть просмотры. Я не знал то, что видео это будет настолько популярное. У меня тогда сколько? У меня 0 подписчиков было. Сейчас у меня 380. Вот. И реально 0 подписчиков. Это, то есть я до этого снимал Майнкрафт. У меня 14, нет, не 0, 14 было. Но медленно они шли. А потом с этого видео, как только пошли они эти, я думаю, елки-палки, сам надо снимать. И снял, короче, там, как стать авторитетом в банде, как это. То есть в будущем, кстати, я начал изучать там баги, то есть вот эти на деньги, и нашел более 20 штук. Я знаю, как быстро заработать на ферме, дальнобойщиком, таксистом, автобусником, в конце концов, просто реально, я знаю, как автобусником заработать 100 тысяч в час. Но это баги я уже буду выкладывать как-нибудь, не знаю, ну, не сейчас точно. Когда будет больше тысячи, там, то есть конкурс. Кстати, вы пишете, типа, давай пили конкурс на деньги, там, на аккаунты и прочее, вот это все. Ребят, я буду пилить конкурс, как только на канале будет 500 подписчиков. То есть тогда будет конкурс. То есть 500, 1000, там, 2000, 3, 5, там, и так далее. Вот так вот будет. На 10 тысяч там уже непонятно, если как-нибудь, там, не знаю, через годик, через полтора годика, там, 10 тысяч подписчиков будет, допустим, да, вот там уже конкурс на 100 миллионов будет где-нибудь, если я еще сам буду играть. Ну, или там на что-нибудь другое, там, допустим, на лицуху GTA 5, как-нибудь так, не знаю, там, АКС 6 тысяч стоит диск, где-то так, не знаю, как-то особо этим не увлекался. Хоть она и на компы будет, но на Xbox там или что-нибудь такое будет уже очень хорошие конкурсы. Это сейчас будет на верты, то есть будет на аккаунт хороших левелов. Но все равно это не суть. Вот как-то так. Так, я не знаю, я сейчас, наверное, на запись дома не буду ловить, потому что реально уже видео идет минут 15-20, а больше 20 минут, это уже оно будет заливаться где-то на YouTube около 2 часов. Вот такие вот дела. Так, так. Блин, пока забыл выключить, обновление какое-то опять пришло, или какое-нибудь там, типа, вас оценили, блин, зайдите, посмотрите результат. Какой толк вообще вот с этого вот? Ребят, напишите, кому вот это не очень нравится, то, что как бы, поздравляю, там, зайдите, вы, там, вас оценил какая-нибудь девчонка, там, возьмите результат там свой, не знаю. Реально, я офигею, вот, тупо на страницу кидают, конечно, вот, какие-нибудь там девчонка там или еще кто-нибудь там придет какой-нибудь там, не знаю, человек начнет херачить фотки или начнет писать этот смс, типа, как ничего нету, ну, меня нет, все, я отошел там, допустим, потом приходишь 40 непрочитанных смс и все привет, ау, 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 привет, привет, привет. Действительно, один раз написать там человека, ну нет его, ну через 2 там часа написать, да ладно, может ответить. А так, чтобы это флудить, я реально, я офигел, ребят. Действительно, какая-то вот девчонка какую-то добавила, и началось, ау, 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 привет, привет, я, ё-моё, офигеть, кого добавил. О, вообще, это капец. Уже как-то и разговаривать неохота, а все равно на писании как бы одно и то же, как не то, что там какой-нибудь действительно разговор, а так, привет, как дела, там, что делаешь, и все, и, короче, ясно, все, ясно, убийца разговоров, или там, ок, убийство, убийца разговоров, все, ок, все, затишье 15 минут, потом опять, как дела? Какие нахер дела? У меня за 15 минут что могут дела поменяться? Или там как настрой, как настроение, елки-палки. Это вообще я реально офигеваю.
Да и удалять из друзей как-то неохота. Все равно иногда в нужную минуту пишут, когда делать нехер, вообще сидишь, ждешь, пока кто-нибудь напишет, и опа-на, нормально. Вот такие вот дела. Ну, я не знаю. Насчет будущего, куда я пойду, я вот прям мечтаю пойти в ПД. То есть думаю, как-нибудь через армию там и постараюсь выдержать армию. Если постараюсь там не сойти с ума. Потому что ну реально на КПП стоять каждый день, там по постам бегать, по этот, сдавать там всякие законы, еще там что-то. В ПД, конечно, сложнее будет, но в ПД уже мне охота, то есть хочется там быть. Вот, тогда я там уже, как бы уже, ну, выучусь, наверное, или скопирую там, не знаю, куда-нибудь кину. Нормально будет. Но в армии я просто не могу быть. Там реально там такой бред, это капец, это выучи, это сделай, это там подчинись, там это туда сходи. Это офигеть просто. В общем, ребят, на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.